Вячеслав Фетисов выходит водителем на линию по своему расписанию. Теперь он за рулем нового ЛиАЗа, который прибыл из Москвы. Говорит, машиной доволен. Манёвренность получше, ходовые, двигатель лучше работает, побыстрее разгоняется. Всего из Москвы в Рязань прибыло 50 новых автобусов. 6 из них уже курсируют по территории города. Остальные планируют водить на маршруты постепенно. Мы в первую очередь на социально важные маршруты. Это в отдаленные у нас районы, поселки. Это, то есть 13-й маршрут у нас, 2-й маршрут, 11-й, 20-й. То есть, в принципе, у нас количество автобусов такое, что мы планируем, чтобы они на каждом маршруте города, обслуживаемые МУП и РТ, работали данный вид техники. Новые автобусы низкопольные для людей с ограниченными возможностями. В салоне есть видеокамеры, одна из которых направлена на водителя. Это новое направление для предприятия. Сотрудники будут анализировать пассажиропоток и поведение водителя. И еще одно необычное для Рязани нововведение. В новых автобусах кондукторов не будет. Их роль ложится на водителей. Оплатить проезд безналичным расчетом или льготной картой можно будет через валидаторы, которые будут установлены на поручни. Просто прикладываете карту к аппарату, забираете билет и отправляйтесь в путь. Оплатить проезд наличными можно будет у водителя. Кстати, именно благодаря такому нововведению зарплата у них станет больше. Практика для нас новая. Собираемся запустить водителей без кондукторов, но с, можно сказать, с усиленной заработной платой. В месяц будет выходить при полной смене и выполнении всех планов, которые будут поставлены перед водителями. У водителя будет уходить 70-80 тысяч рублей. Это полноценная хорошая зарплата. Плюс соцпакет. Муниципальное унитарное предприятие УРТ приглашает на работу водителей автобусов. Прийти на собеседование можно по адресу Радиозаводская, 35, или обратиться по телефону 95 23 81. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».